Всем привет, друзья, с вами я, Ксюха Хачилёня, вот собой. Ну, я завтра поеду на, как вам сказать, на площадку, конечно. Но я на ходке, я ходил вместе с мамой, я увидел друга, я смотрел бортпустинг. Но не английских, я смотрел английских, потому что я сам смотрел. Вот моя покрывала, которую мне мама заказала. Но она почти высыхает. Я на улицу не хожу, потому что там на улице очень скучно. Я положил записку, и кто-то убрал, засранец мелкий. Извините, это не про вам, это про них, она убрала мою записку. Я купил чупа-чупс, не по ГРС, конечно. И купил воду на площадку. Сейчас я покажу. Вот, это лимонная, но я вылил в лимонную. Потому что у меня аллергия на лимонов. Первая аллергия апельсинов и додо пиццы. Вы знаете почему? Правильно, потому что додо пицца самая невкусная в мире пицца. И знакомьтесь, Шарк Перфект. Ну, да, конечно, можно подумать. Пусть это было вчера, когда мама разбирала. Она звонила, где там пацан сидел на скамейке. И он не хотел отвечать, потому что он засранец мелкий. Я фиг знает. Она хотела голову оторвать, если она... Я говорил, вы чё деретесь, как кошка с собакой? А я говорю, но. Но это когда мы говорим да. Но я пошел эту ночь, я вернулся домой. Вот, это сейчас вечер, я не тороплю в свое время. Ну, ладно. Время заканчивается, а то камера еще будет заново переснимать. Так что давайте. Покедова. Пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ой, я же сам подписался. Ладно, пофиг.